Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Добрый день, уважаемые зрители. Мен қазір Солтүстік Қазақстан облысында жүрмін. Мамлют деген қаладамын. Нахожусь я сейчас в северной, да, в северной Казахстанской области, городок Мамлютка. По данным, которые есть в интернете, в этом городе проживает примерно 7 тысяч человек. Данный город находится недалеко от города Петропавл. Выехали в город Мамлютка. Мамлют каласына шықтық Петропавлдан. По пути есть разные заправки, вот такие АЗС. 95-254 тенге. Дорога пока что по 3 полосы движения. Сократилась до 2 полос движения. Направление на ЕСЛ, Соколовка. Заканчивается город Петропавл. Вот такой вот есть. Все, выехали из города. Так, дорога сузилась, по одной полосе движения стала. Но дорога хорошая, видно, что отремонтировали. Последний приезд не было такой хорошей дороги. Так, вокруг здесь озера. В целом вообще в этих краях очень много озер. Прям вот если на карте посмотрите, вся земля дырявая во все в озерах. Здесь на дороге, кажется, появилась саранча. Мы ранее ее встречали где-то недалеко от города Семей. В районе там, где вот город Курчатов находится. И потом долгое время его не было. И вот здесь вот сейчас по дороге они прыгают. Населенный пункт Петерфельд. Едем дальше. Или это была не саранча, что-то непонятно. Только что было, теперь нет уже. Может, что-то летало, какая-то трава, может быть. Непонятно. Так, есть небольшой ветер на улице. Дорога хорошая. Видно, что асфальт положили относительно недавно. Не знаю, может быть, несколько лет буквально. Разметки все неплохие. Есть места для отдыха. Без эстакады, просто мусорный бак вижу. И даже туалета нет, кажется. Просто парковка. Хорган, Кондратовка, краснозаменная. Дикие животные, километр. Кондратовка, 4 километра. Пешеходный переход. Автобусные остановки. Туалетов не видать. Краснозаменная, 6 километров. Кажется, данная дорога также является одной из трасс до города Костанай. Можно поехать вот через Мамлют, через Мамлютку и через Сергеевку. Мамлют ауданына қош келдіңіздер. Мамлют ауданы. Также здесь вот вокруг леса, поля и озера. Вот еще одно озеро проезжаем. Здесь вот с левой стороны еще одно озеро. АЗС есть. Так, пока что направления на Мамлюток не было. А вот Мамлют. Мамлютка, Корган, Костанай. Здесь вот, оказывается, идет ремонт дороги. Налево ушли вот сюда вот по знакам. Так, это у нас дорога, получается, что Орташа Жюнде, Мамлют, Костанай. Республиканская трасса. А
тут, оказывается, видать, не меняли, да? Асфальт, старая дорога. Видать, новую дорогу делают в сторону России, в сторону города Курган. Вот. А в сторону Костанай вот такая старая будет. Так, ну что же, мамлют вот все ближе и ближе. Вдали вижу элеватор. А вот и начало. Мамлютка Каласа. Вот на весь здесь АЗС шелф. Ой, какие дороги плохие, вообще ужас. Мамлют 3 километра, Костанай 403. Вот АЗС остается, а мы заезжаем. Да, поезд, поезд. Здесь есть ЖД-станция. О, дорога стала сразу лучше. Получается, в сторону города Мамлют дорога хорошая, видите? Точнее, по самому городу. Вижу нефтебазу. Так, железную дорогу вижу. Вдали вижу также АЗС Казакойл. И озера вот такие. Вот с правой стороны озера вижу. В городе Мамлютка я был 5 лет назад. А, нет, даже больше. 5, 6, 7. 7 лет назад был. Впервые здесь побывал. Не знаю, что-то изменилось или нет, но... В целом тогда показалось, что город увядает и как бы все меньше жизни здесь. Такие вот дома встречают на въезде. Улица Победы. 92-й, 95-й есть. Визит Дюкен магазин. Ограничение 40. Помню, что гуляли по какому-то парку вот вдоль данной улице. Состояние дороги, если честно, не помню. Вот такая вот станция есть. Или что это? Похоже на автостанцию. Мы открылись, мебель, стиль. С правой стороны тротуар есть, дорожное освещение есть. Выборы будут. Мамлютка қаласының әкімінің сайлауы 4 тамыз. Так, а сегодня кое-что? А, сегодня 3 августа. Завтра будут выборы. Воскресенье. Мастер Елена. Так, узнаю памятник. Только что проехали памятник. О, вот этот парк преобразился. Он был другой. По ту сторону хоть ЖД вокзал. Парк назвали Достов. Парк Дружбы, да, получается? Ну, мы сюда еще вернемся на обратке. Игровая площадка, вдали есть водонапорная башня старая. Так, едем дальше, давайте прокатимся в сторону Акимата. Лукошка. Прикольное название. Однотипные дома, не знаю, может быть, по какой-то программе строили. Газа Рока. Прикольное название станции. Шина Жинахтау. Пожарная станция, пожарное депо. Химчистка ковров. Так, начало улиц Победы. Первый дом. Едем дальше в сторону элеватора. Любава. Магазин. Еще одна водонапорная башня. Старая детская площадка есть. И вот такие здания. Двухэтажное здание есть, вот сердечное. Аптека. О!
А вот Мамлютский мукомольный комбинат. Асхана есть. Вот Мамлют мукомольный комбинат, да. Он ЭГУ комбината. И вот такие двухэтажные здания есть. Вот дальше есть стоматология. Тоже многоквартирные, многоэтажные дома. И с правой стороны есть. И с левой стороны есть. Впереди вот Тарлан. Видимо, какой-то спорткомплекс. А рядом что-то строится тоже. Многоэтажное. Так, справа вот такие многоэтажки кирпичные. Есть вот такие полуразрушенные дома. О, позади них есть новый дом прям, двухэтажный. Сейчас посмотрим, если туда проедем, было бы здорово тоже. Вышка связи. Так, интересно, куда ведет главная дорога. Это, видимо, школа. А, это, кажется, этот... школа-интернат. Где-то я на картах видел отметку такую. Вот, и потом здесь вот налево дорога уходит. Здесь есть какой-то санаторно-лечебная школа, что ли, типа того. Вот, также в этой стороне находится местная больница. Видите, вот тут сосновый бор находится большой такой. Водонапорная башня. Такая курортная территория, можно сказать. Автобусные остановки. Видимо, нужно было в сторону Акимата в другом месте поворачивать. Сам по себе город небольшой. Местами вот подсолнухи растут. Смотрите, какие здесь сосны высадили. Вообще красота, конечно. Обалдеть, вообще будто бы... Будто в сказку попали, как говорится. Вот тут вот кошки Эльгнезер написано. Да, на карте было отмечено, что там санаторно, чего-то там какая-то школа. Что осталось там? Смотри, какие сосны мощные здесь. Обалдеть, высадили лес. Красота. Высокие еще такие, красивые. Есть двухэтажные дома здесь, оказывается, еще. Жилые. Регион 15, Дюкен магазин. Стоматология. Так. Вот здесь уже дорога закрыта. Написано, как бы, ну, всем подряд заезжать нельзя. Проезд закрыт. Но на карте было отмечено, что здесь находится больница. Вот, да, вон там у карет скорой помощи есть. Такое вот трехэтажное здание с правой стороны. Вон там еще есть трехэтажное. Вот то, что мы видели только что, вот школу, это вот написано Мамлютская санаторная средняя школа-интернат. Я не знаю, может быть, это типа школа-санаторий, но о таком ранее не слышал. И также вот рядом находится Мамлютская районная больница. Водонапорная башня. Сейчас прокатимся дальше. Оказывается, даже на территории города есть несколько озер. Есть озеро Кривое называется, есть Мамлютское озеро есть. Сейчас откроем. Есть озеро Плоское. Здесь летают комары, вот, пока мы стояли тут. Также еще вот такие большие мухи, которые кусаются. Сона Дидмана. Вот какое-то госучреждение. Так, давайте теперь сейчас сделаем круг. Вот это место отмечено как парк. Тоже сосны растут. Вот один из озер. Наверное, это озеро Кривое. Не знаю, есть ли у него там где-то пляж или набережная. Какой маленький знак главной дороги. Так, вернулись обратно к этой школе. Кстати говоря, эта школа на картах отмечена как казахская школа-интернат именно. Школа большая. Хочу напомнить, что в этом городе проживает, по старым данным, примерно 7 тысяч человек. Школа и вправду большая.
вот это, кстати говоря, большой спорткомплекс, который закрытый, также он отмечен как ледовый каток. Вот этот вот. Тарлан. И рядом с ним как раз строят новое здание. Так, а мы тут вот сворачиваем сейчас на У водонапорной башни. Видно, что здесь тоже асфальт положили. Свежие относительно разметки есть. Где-то здесь находится районный акимат. Тоже видно, что здесь делают заготовку из березы для розжига на зиму. А так, из-за того, что газа здесь нет, сюда еще не проведен, в основном все отапливаются углем. Здесь вот сон, видимо, находится. А дальше стоит кирпич, проезд закрыт. И вот такие вот здания. Видимо, это школа местная, еще одна. На карте вот это трехэтажное здание отмечено как первая школа города Мамлютка. А здесь вот написано, что школа искусств находится. Сейчас едем по другим улицам. Хотим объехать, с другой стороны подъехать к акимату. Здесь вот такая вот территория есть. Какая большая, широкое место. А, тоже вот какое-то госучреждение вот в этом двухэтажном здании сидит. Улица Абая, улица Титова. Тоже госучреждение. Вдали вижу купол мечети. Мейрамхана Три Семерки. Так, вдали. А вот парус еще есть. И вдали там мечеть. А здесь вот храм с левой стороны видим. Чебуреки, самса. Двухэтажки есть вот такие. Север магазин. Жемчужина. О, парк. Вот с левой стороны парк. Обалдеть, это березовый парк. Ассорти, Дукен магазин. Казахстан, впереди есть Дукен. Каприз мяса, Бест Дукен. Мир товаров. Казахстан магазин Дукен. Такое прям оранжевое здание. И вот здесь вот автобусная остановка и, я так понимаю, здание Казпочты. Можно где-то... А, это что, встречка, да? Так, ну где-нибудь здесь машину оставить и погулять. Мария Бест Каприз. Ну, вот такой вот чудесный парк высадили. Ну, классная прям, смотрите, как. Фонари, березы. И здесь вот в парке есть памятник. Так, надо с другой стороны смотреть, кто это. Ленин. В прошлый раз в этот парк мы не заходили. Не знаю, был ли он так красив, как сейчас. Здесь, видите, еще сделали вот такое вот освещение. Вечернее время, наверное, тут тоже вечерний променад. Также в парке есть детская игровая площадка. Скамейки, там, видать, задуман фонтан. А вот и фонтан. Ну, вода есть, будто бы, или это дождевая просто. Здесь, оказывается, вот флагшток есть. Флаг висит.
Ранее Нур-Отан, сейчас Аманат. По другую часть парка отмечена как районный акимат такого здания. Мамлют ауданы акимның аппараты мемлекеттік мекемесі. Қазақша осылай жазылады екен, Мамлют ауданы. И вот здесь вот рядом с акиматом есть еще одно здание. Тоже какой-то госорган. Мамлютская районная избирательная комиссия, аппарат маслихата, потом отдел сельского хозяйства, ветеринария акимата, предпринимательство, земельные отношения, отдел образования. Все в этом здании. Новая мечеть находится вблизи Дома культуры. Также еще в городе есть третья школа. Тоже где-то здесь недалеко. Видимо, хотят сделать забор, что ли. Или парк огородить. Непонятно. Так, ладно, возвращаемся потихоньку к первой школе. К детской игровой площадке. И едем дальше. Абсолют. Цветная лавка. В этих краях, заметил, многие прям заготавливают именно березу. Сабит Муханов кушается. Вот такие дома тоже есть. Грета, Азаптолюк, продукты. Сейчас вернемся на основную улицу, это Женевск Кучесе, улица Победы, а это улица не смогу я произнести так быстро. Космодемьянская вроде как. Еще один плакат про выбор акима. Не знаю, конечно, зачем в городе, в таком небольшом городе вешать такие плакаты, так как я думаю, все и так в курсе. О, а вот и озеро. Кажется, это есть, которое вот Мамлютское, кажется, озеро, что ли. Но оно такое небольшое. Или, может, это не оно. На той стороне виднеется мечеть. Лукошка. Вернулись вот на основную улицу. Парк Досток. Здесь вот тоже асфальт положили новый напротив. Так, и где-то здесь есть поворот в сторону мечети. Теремок, Дамхана, кафе. Здесь, видимо, местная полиция. Вот в этом здании. Так, а там вот огромная мечеть, и вправду, слушайте, а? Так прям мощно поставили. Кристина, парикмахерская. Жадукен магазин. Мы такой же магазин видели в городе Петропавловск. Вот Азовтолюк магазин. Озон. Госучреждение. Может быть, это городской акимат. Автобусная остановка. Купец. Прокуратура Мамлютского района. Здесь вот такое здание. Здесь вот это Дом культуры, наверное. Да, Дом культуры. Обалдеть, мечеть. Она прям как замок построили. Кажется, его еще не открыли. А здесь вот находится Казахтелеком. Так, предлагаю еще ниже прокатиться, потом вернемся обратно сюда же. Я думаю, эту мечеть нужно поближе рассмотреть. Магазин, а это что, видимо, старая мечеть. Так, давайте. О! А вот, кажется, Мамлютское озеро. Вот на карте, которое побольше было, вроде как это оно.
Вот, есть даже пляж. О, пирс есть даже. Рыбачат люди. Площадка есть. Напротив здесь что-то строят. Улица Колхозная. Хайнар магазин. Магазин любимый. Продаются. Так, здесь дальше уже вижу кладбище. Да, большое кладбище. До сих пор просто в шоке от размеров и вообще от архитектуры данной мечети. Он реально похож на замок. Похож на какой-то средневековый замок или, знаете, такие сейчас мощные рестораны строят для свадеб. Так скажем, совместили все стили и создали вот такую мечеть. Отмечен как дом культуры. Есть вот такая вот мозаика на стене. Аблай хан көшесі. Отделение полиции. Вот этот памятник я помню. Тоже такой мощный воин. В руках меч у него. Вот, а там дальше позади находится этот ЖД вокзал. Ұлы Отан соғысы жылдарында қаза тапқан жерлестеріміз туралы естелік қасиетті және қайғымыз шексіз. Безмерна наша скорбь и священная память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Гуденко Сергей Гаврилович, Досмухамбетов Абу. Очередной поезд проезжает. Вот такие сделали мосты в парк. Есть надпись «I love Мамлютка» вот здесь вот. Там вот памятник, и там вот детская площадка игровая. Высадили молодые саженцы деревьев. А там вот вокзал железнодорожный. А здесь комары не стесняются, даже днем кусаются. Пока ходил, вот два раза покусали, а руки чешутся. Гуляющих по парку очень мало. Почти никого нет, только вот мы с семьей сами гуляем. Весь парк в нашем расположении. В парке есть еще вот такая вот аллея. Тоже памятник ВОВ. Но, видать, это более современный, кстати.
Здесь вот сделали самолет летящий. Тоже имена людей, портреты. С той стороны также. Ешкемде, есть нарседе, омтолмайда. Бермонтошкаркбар, бермонтошкаркбес. Никто не забыт, ничто не забыто. И многочисленные фамилии, имена. Ого, полностью вокруг памятника. Ужас, конечно. Пытаемся пройти к детской площадке. Видать, отсюда от памятника нет прохода. Здесь, видите, еще не закончились работы по благоустройству. Вон там, вот видите, вода откуда-то идет. Подземные воды, видать, здесь хорошие. Там еще фитнес-площадка есть. И вот видите, сколько камней натаскали. Будут площадку делать. Что-то, видать, еще. Или эту дорожку строить туда. Ух. Свежий укус комара. Также есть вон там сцена, там вот юрта, каркас, какая-то вот площадка есть, видимо, для мероприятий. Вокзал. Есть еще вот такая вот пешеходная лестница там. А тут, однако, часто ходят поезда. Очень большой состав. Вокзал Мамлютка. Открываются отсюда хорошие виды. Там вот озеро видно. Еще один поезд пошел. На карте отмечено, что это Мамлютская школа номер 2. Огни опасно. Здесь видно, что раньше еще какое-то здание было рядом. Отсюда и вправду открывается отличный вид на город. Какая мечеть мощная и большая. Отлично видно. Еще один поезд. Только что пустой проехал, а теперь груженный другой едет. Огромное количество угля. Вот и добрались до детской площадки. Вот так мы посмотрели город Мамлютка. Что есть, как выглядит. И потихоньку выезжаем дальше. Вот так познакомились с городом Мамлютка. Потихоньку выезжаем. Надеюсь, было интересно. Рахмет, сау болыңыздар. Спасибо и до скорой встречи.